Так же, как и 11 лет назад, 27 сентября, в день Иркутской области, в областном парламенте чествуют тех, кто внес огромный вклад в развитие региона. Собравшиеся гости – лауреаты премии признания имени народного губернатора Юрия Ножикова. Ольга Буянова – заслуженный тренер России и СССР. В 2011-м первая была удостоена этой награды и поделилась с нами воспоминаниями. Когда мне вручили и так хорошо назвали это признание. Для меня это было, и было, и сейчас для меня это очень важная такая награда, признание. Я горжусь, что удостоена такой награды. И сегодня с удовольствием поздравила достойных людей, которых получили эту награду именно сегодня. В день 85-летия при Ангаре почетным знаком признания наградили Виктора Круглова, председателя Совета директоров Сеанс-Химпласта, известного далеко за пределами Иркутской области. Премию присудили за весомый вклад в экономику, за развитие региона. Также обладателем почетного знака стал генеральный директор АО «Гелиус» Владимир Смирнов. Почетные знаки выдающимся лидерам вручил председатель законодательного собрания Александр Ведерников. Мне очень приятно, что мы награждаем двух выдающихся наших земляков, которые, можно сказать, стояли в то время у истока промышленного суверенитета Иркутской области. Ведь предприятия, которые возглавляют сегодняшние наши лауреаты, они сохранили свою независимость. Это особо ценно. В Иркутской области почетным знаком признания за 11 лет отметили 22 выдающихся человека. Теперь премия имени Юрия Ножикова решением законодательного собрания приравнена к региональной государственной награде. Мадина Халикова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.